завершен матч против «Динамо», вторая сухая победа. Какие впечатления от игры команды, особенно от обороны? Ну, хорошие командные победы, хорошая игра вратарей, надежно передалось ребятам. Хорошая игра в меньшинстве, здорово отыграли, да, тоже шансов не дали в меньшинстве практически. Ну и где-то вратари ребята оба почистили, здорово сыграли и передали уверенность. Терпеливо командные победы, обе две командные победы. А в начале сезона были небольшие проблемы с вратарями, как некоторые указывали специалисты. А сейчас можно сказать, что ситуация улучшается. Ситуация на кардинально изменилась, улучшилась кардинально. А получалось сегодня практически все, в том числе и атака, но всего один гол. Как вам? Ну, атака на самом деле не все получалось, да, особенно в первом периоде. Не дорожили шайбой немножко. Соперник владел, немножко так с переживанием вышли, эмоционально, ну, неправильным настроем, где-то зажались. Потом чуть уже стало получаться. Но были хорошие моменты, да, и Була там должен был принимать в ноль, не принял. В большинстве было пару хороших моментов тоже принимать, бросать, не бросали, что-то не принималось. Ну, в целом моментов было 3-4 еще хороших, 2 в 1 выход, но не довели до броска. Ну, так достаточно, ну, в принципе, на один гол забили больше, этого достаточно. Как сейчас обстоят дела с травмами в команде? Травмирован у нас, да, для тех, кто интересуется, почему главный тренер тусует и постоянно меняет состав, есть такой момент, да, травмы, есть такой момент удаления. Поэтому у нас сейчас травмировался был Морозов, в прошлую игру Карри был, болел, не играл. И Гроза у нас травмированы, и до сих пор еще только-только вот сами ждем его появления. Следующий соперник «Алмаз». Какие в этом сезоне впечатления от этой команды? Вы можете что-то про нее рассказать? Ну, пока с «Алмазом» мы не встречались. Ну, знаем ее уровень, что это игровая хорошая команда, которая умеет играть в хоккей. Ну, играть можно со всеми, когда все заточены на результат.